Всем приветики. Как быстро поднять носки? Обычно люди наклоняются, берут носок и одевают его. Ну, естественно, делают это двумя руками. Но вторая рука у меня занята. Ну, то есть, как-то так это происходит. Вот. Но это неправильно. Его можно поднять гораздо быстрее. То есть, не надо будет за ним наклоняться. Можно просто взять и самой ногой поднять. То есть не придется за ним наклоняться. А потом просто надеть его прямо, даже тут же не наклоняясь. Но, естественно, двумя руками это будет делаться гораздо быстрее. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.